Так, всем привет. Сегодня хочу показать такой интересный кранчик. More Money называется вот так вот. Кранчик хорош тем, что выводит на Faucet Pay микроплатежную систему. И также на простой криптокошелек. Регистрация простецкая. Username, email, пароль. Вставляете свой регион, ну, где вы проживаете там. Это кто вы, девушка или парень. Биткоин адрес действующий, чтобы который привязан, если вы будете выводить на Faucet Pay, который привязан к Faucet Pay. Тоже учитывайте. Нажимаете галку, капча, регистрация. Ссылка должна прийти, входите в свой аккаунт. Это написано, что он запоминает вас на одну неделю. Потом он разлогинивается, вам надо будет опять. Кран хорош тем, что тут есть такая система, как уровни. Так вот, у меня второй уровень из 10. Мне сейчас дают 33 сатоши. Изначально он мне давал 30 сатош на первом уровне. Сейчас вот второй уровень. Тут вот осталось сколько клаймов до третьего уровня. Ну, я так понимаю, что будет увеличиваться. Ну, я имею в виду за сбор. Сейчас у меня 33 сатоши, будет потом там 35 или 36. Баланс у меня вот такой, аккаунт баланс в битсах. Ну, один битс, я так понял, это одна сатоша. Так, давайте по вкладкам. Faucet. Это сам основной кран. Раньше тут надо было проходить шортлинки. Сейчас, не знаю, убрали. Кстати, что могу сказать по крану? Выпадает вот часто 88 сатош. Даже было у меня 220. У некоторых блогеров смотрел. Они говорят, что у них кран раздает раз в 30 минут. И другое количество сатош. У меня же раздает раз в час. 30 сатош. Не знаю, может быть это зависимости от IP нахождения, но не суть. Ну, вкладка Faucet, понятно, что тут простой кран. Далее у нас идут шортлинки такие, это сократители ссылок. Вы переходите по ним, тоже можете заработать сатоши. Вот тут просматриваете их, я их редко просматриваю. Также за них тут вот вознаграждение, так сказать, достижение. И вы еще зарабатываете поинты. Поинты — это как во фрибиткоине, тут вы можете участвовать в лотерейке. Вот осталось до лотерейки 25 дней. Разыгрывается там сумма в сатошах, как обычно люди собирают и разыгрывается. Ага, далее у нас идет ПТС АДС. Это у нас тоже реклама сайтов. Тут также можно и рекламировать. Вот вы просматриваете сайты 20 секунд, 10 сатоши и так далее, тому подобное. Тоже достижения вот за это вот есть. Так, дальше Jobs. Это у нас создать посты в Фейсбуке. У кого Google, можете вот так перевести страницу. У меня Brave, я Brave пользуюсь. Перевести страницу, нажимаете. Ну, у кого Google, тому проще будет. И все, вот. Можете почитать. Что и как. Так, переходы. Переходы — это рефералы у нас. Реферальная система, вот ваша ссылка, вот она. Баннеры можете, если у вас есть сайт. Так, дальше что у нас? Инвестиционная игра. А, вот, кстати. Я выиграл даже 100 сатош, или 200 сатош, я уже что-то не понял тут. Ну, вы ставите тут больше-меньше, тут по курсу, допустим, вот график стоит. И 5-минутный
таймер отчета идет и показывает, вот я поставил 100 сатош, ну и показывает, что выиграл. Я поставил на повышение, было 63, стало 73. Вот кого интересует. Так, это у нас достижение, про которое я говорил. Тут 20 клаймов в основном крайне, шортинков просадить 50 и так далее. Купон. Это какой-то вот купон сюда можно вводить. Далее офферы. Это опросники всякие. Для зарубежной аудитории я туда не лезу. Контент. Это у нас топ юзеров, которые пригласили там. Вот у него 116 рефералов и так далее. По рефералам, по шортлинкам, по офферам. Лотерейка. Можно купить тикеты. Это, наверное, сейчас в любом крайне. Вот у меня... у меня вообще 0 тикетов нету. Можно купить тикеты со своего баланса. Я их не покупаю, как-то не заморачиваюсь. Membership. Это можно купить, так сказать, ну, если вот у вас бесплатный аккаунт, тут вы можете, там, вам плюшки дают, там, сразу умножение на 3, ну, сбор больше, реферальная комиссия, ну, и тому подобное. Минималка на вывод, такая-то, ну, и так далее. Ну и история. Вывод и депозит история. Также можете свои какие-то проекты рекламировать. Вот баннер ADS. ADS. Баннер ADS. Вот. Выбираете баннер на своем компьютере. URL вставляете. Размер баннера. И насколько. И вот тут сумма в сатошах указана. На 3 дня 50 тысяч сатоши и так далее. Ну вот такой вот крайник. Кого заинтересует, ссылка под видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Всем удачи и пока.